И вот сейчас итоги подведу и хочу поблагодарить всех, кто поучаствовал. Напомню, Виктор Комаров приезжает к нам в Минск 22 февраля, состоится его выступление в Moulin Rouge. И вот мы слушали с вами отрывок из его выступления. Отрывок заканчивался там. Так, почему нельзя прийти в дом, где есть мужчина, и начать что-то чинить? Почему? Я предлагала вам поразмышлять на эту тему и прислать веселые ответы. Спасибо. Вот спасибо тем, кто откликнулся, и хотелось бы мне с некоторыми вас познакомить. Значит, почему нельзя прийти в дом, где есть мужчина, и начать что-то чинить? Вожак стаи может быть только один, прислал конкретный человек. Это отличный ответ. Я вам хочу сказать, что практически все ответы были около того, что дал Виктор, но мы его, безусловно, послушаем. Потому что после этого чинить будут меня. Потому что чужой мужчина будет он. И это мне напомнило японские просто хоку. Потому что он сам это сломал, чтобы починить, доказав свое мужество. Это вот около. Потому что ты в трусах и к тому же забыл инструменты. Это очень взрослый ответ, порадовал, безусловно. Потому что ты палишь его в недееспособностями перед женщинами. Вы настолько попали, просто вот если бы не вот такое точное...